Пришло время рассказать вам о зимних эмоциях и первом поцелуе, о встрече со Стасом, братом любимой, открытии и первая ночь в необычной обстановке, о испытании с задирами при появлении Стива, а также о отдыхе у любимой и знакомстве с ее сердитой мамой. Вторая часть книги «Рассказ Хеви о первой любви». Поставь лайк и не забудь подписаться, а я не буду тянуть, и поехали. Невидимая. Может быть, человеческая природа, хотя сам Хеви пока еще не понимает истинного смысла происходящего. Стив внезапно ворвался в жизнь Хеви, разрушая обыденность момента и заставляя взглянуть на себя и свое окружение иначе.
Его агрессия была как удар молнии, который пронзил облачное небо Хеви, заставив задуматься о многогранных сторонах человеческой природы. Несмотря на то, что Хеви еще не мог осознать полного значения этой встречи, поединок с Стивом стал решающим моментом, каждое столкновение с агрессивностью и неожиданными вызовами формировало его характер и помогало проникнуть глубже в суть самого себя. Так началось его путешествие в мир внутренних противоречий и экстремальных испытаний, которые станут ключом к пониманию собственной сущности и истинного пути, который ему предстоит пройти. Эта битва с задирами и силами, которая вызвала пробуждение Стива, станет отправной точкой для его дальнейшего развития и самопознания. И, наконец, самого главного, станет точкой, с которой началось нарастание сил для противостояния Стиву. Отдых у любимой и столкновение с сердитой мамой, выходные дни, проведенные у Светланы, Хеви нашел свой оазис спокойствия посреди бурлящего океана повседневности. Моменты, проведенные в объятиях любимой, были как звезды, освещающие его темный мир. Однако встреча с сердитой мамой Светланы оказалась как тень, промелькнувшая на радужном горизонте их отношений. Ее недовольство и недоверие навели тень на их общий путь, напоминая о бурях, которые еще предстоит пройти и преодолеть. Помощь Хеви с огородом немного разрядила обстановку, однако ее мать все же не стала лучше относиться к нему. Магия этой ночи заключалась в том, что каждое слово, каждый жест напоминал о силе их связи. В объятиях темной ночи и звездного неба они ощутили, что будущее у них общее, и что теперь они не просто соседи судьбы, но и спутники на этом пути. В этой волшебной ночи Хеви и Светлана прожили момент, который превратился в веху их отношений. Тень прошлого уступила место свету будущего, и они поняли, что вместе они смогут преодолеть все препятствия, что каждый день может быть как новое приключение.